победой в регулярном чемпионате российской суперлиги команду поздравил губернатор. Он направил игрокам, тренерам, руководству баскетбольного клуба «Самара» поздравительную телеграмму, в которой отметил, что этот результат – выдающееся достижение и большая радость для десятков тысяч самарских болельщиков. Глава региона подчеркнул, что команда стала гордостью для ветеранов баскетбола и прекрасным примером для тех, кто начинает свой путь в спорте. Также губернатор выразил уверенность, что этот триумф – только начало больших побед самарского клуба.